Первым делом для установки модов нужно скачать мод Organizer. Все ссылки в описании. Здесь выбираем последнюю версию, я скачаю экзешник. Теперь запускаю. Это можно прочитать, а можно забить. Продолжаю. Выбираем любой удобный путь установки. Лучше выбрать рекомендуемые параметры. Здесь ставим галочку, чтобы ничего лишнего нигде у вас не создалось. Здесь обязательно ставим галочку и устанавливаем. После завершения установки запускаем. Здесь можно особо не вчитываться и сделать то же, что я. Теперь нам надо выбрать путь к нашей игре. Дальше. Еще раз. Мод Organizer установлен, и он запускается. Обучение я отключаю, потому что я уже знаком с этой программой. Теперь нужно выбрать, какой мод установить. Для этого нужно скачать его с сайта. Я буду качать мод, который добавляет различные анимации всяким предметам и действиям. Установка иногда может отличаться, так что если возникнут какие-то проблемы, то в комментарии все вопросы я обязательно отвечу. Нажимаю на значок сверху. Выбираю здесь архив со скачанным модом. Открыть. Устанавливаю обычный мод без каких-либо патчей. Нужно будет подождать, пока мод загрузится. Вам часто могут встречаться моды, которые будут вызывать ошибку. Обычно это моды с версиями. В них нужно выбрать предложенные из вариантов. Они изначально не могут установиться правильно, поэтому приходится их распаковывать в отдельный архив. Главное, что в этом архиве должна лежать папка GameData и ничего больше. Поэтому мы ее копируем и вставляем в архив. Теперь все работает, потому что файлы GameData находятся там, где надо. Вернемся к нашему моду. Обязательно не забываем ставить галочку, иначе мод просто не будет работать. Теперь проверим работоспособность мода и посмотрим, как работают анимации. Сразу видим анимацию рюкзака, сейчас возьмем пару предметов, чтобы посмотреть и на их анимации тоже. Изначально в игре такого не было. Ну, давайте еще посмотрим несколько предметов. Например, водку, таблетки и сигареты. Меня начало немножко шатать, ну, это от того, что я водки бахнул. Попробуем покурить сигарету. На выдохе идет пар. Это прикольно выглядит. Достаточно